Всем привет, ребята, у микрофона Вася. Сегодня я буду работать дежурным по переезду. У меня опять новый переезд. Не спрашивайте, почему я переехал жить вот сюда. Потому что, в общем, я вчера все писал. Если что, заходите в мое сообщество. Сообщество в моей группе в Ютубе. Так что все. В общем, и всем привет, ребята, у микрофона Вася. Сегодня я буду работать дежурным по переезду. И следующий поезд. Это у нас, давайте, кстати, посмотрим. Грузовой поезд, он пойдет оттуда, ждем с его. Все, ребята, сейчас уже должен грузовой пойти. Я закрыл переезд. И, в принципе, ждем его вот оттуда вот. Куди. Вон он летит, 2Т-116. Гуди еще раз. Просто 2Т-шник пролетают, гудя. Просто улетел. Красиво-то ушел. Просто. Это двоем. Тормози. Тормозну. Так, ребята. Сейчас уже должна пойти электричка. Так что давайте ее, в принципе, не только ждать, а... Ну да, только ждать. Все, давайте ждать. Так. Вон вдалеке что-то видно. R2, тормози. Уф, просто затормозило. Так. Ну где же этот поезд? Вот он. Это R2, офигеть! Это R2! Офигеть! Это R2! Все, пролетела R-очка. Так, ребяточки. Давайте мы сейчас уберем барьеры. И следующий поезд у нас пойдет. Давайте даже посмотрим. Что? Так, следующий поезд у нас пойдет через 20 минут. Это будет пассажирский, он пойдет оттуда, будем ждать. Ребята, сейчас уже должно пойти этот пассажирский. Так, давайте мы закроем наши барьерчики и будем вот так вот, давайте вот сюда встанем и будем желтым флажочком его ждать. Так, ребята, ну где же? Ух, нифига себе! Так тебе сейчас просто пролетает! Офигеть, он у нее улетел. Просто, ребят, так жестко пролетело. Да ТЭП-70 так не гоняло после того, как в Волгограде была авария. Ладно. Все. Фух, ладно, давайте посмотрим, как следующий поезд поедет. Так, это у нас грузовой, она пойдет, и он пойдет через 20 минут. Он пойдет вот оттуда, вот давайте его ждать. Я валю! 103! Я валю! Что? Ты посмотри, сколько я лечу. Все, я Я ливнул! Сколько? Так, ребят, сейчас уже должен идти пассажирский поезд. Уже предпоследний. Давайте сейчас посмотрим. Предпоследний на мою смену. Все, ребят. Все, давай. Он забаговал. А вагон впереди точно. Нормас. Так, ребят, он должен уже где-то идти. Ну где же он? Пассажирский поезд. А, вот он! Это пассажирский! Это пассажир! Все, он ушел. Все. В принципе, ушел. Так, остался последний поезд, грузовой. Он пойдет оттуда. И он пойдет через 5 минут. Будем его ждать. Ребята, скоро должен пойти пассажирский, в принципе. В общем, сейчас уже должен этот грузовой пойти. Сеть. И, в принципе, давайте закрывать уже этот и, в принципе, ждать его с желтым флажочком. Так. Ну где же он? Как думаете, где же он? Где же он? Кстати, вот и он. Это опять же 2Т-116. Просто двухсекционный вагон сопровождения. Интересно, что он такое везет.
и просто полушки. Ладно, на этом я буду и заканчивать. С вами была Вася. Всем пока-пока.